Здравствуйте, товарищи телезрители. Здравствуйте. Сегодня у нас небольшой однодневный поход. Значит, по реке Тверца. В таком вот формате, мной уже опробованном, а товарищам еще не опробованном. Вело по крафту. Небольшой. Планируется пройти примерно километров 12-15 по реке и примерно такое же количество километров на велосипеде. Все, конечно, будет удачно. Река тепленькая, тихая, спокойная, там даже довольно глубокая, как неожиданно. Я думал, совсем мелко. Тепло, хорошо, мы готовы. Отлично. Получается такой медитативный, погода прекрасная, на небе солнышко светит, но так греет, но не жарит. Вода практически зеркало, река течет, сама тебя несет, можно не грести. Прекрасный медитативный, развлекательный поход. Уважаемые зрители, как вы уже, наверное, заметили, путешествие в другую фазу превратилось. Теперь лодки едут сзади, велосипеды едут спереди, мы едем на них.
руки у нас поработали, теперь работают ноги. Это тотальное развитие. Если вы правильно выбрали дорогу, вы должны приехать в деревню Знаменский райок. Деревня, усадьба. Вот, насладиться, так сказать, архитектурой 19 века. 17-го? Не, 18-го. 18-го? Да. Ну, это если мы правильно дорогу выбрали. Ну, вроде бы дорога правильная. Угу. Так. Ну что ж, отлично. Посвятительская часть нашего маршрута. Да, усадьба Знаменский райок. А люди умели раньше жить красиво-то, да? Мне по вкусу не откажешь. Да. Не просто тебе лачугу так поставим. Чем знаменито, вкратце, изложите? Тут боюсь попутаться. Вроде как генерал Аншеф построил для своей молодой невесты, раз с разницей в 20 лет, хотел я его очаровать, как подарок ей сделать. Построил ей, как так в кавычках, золотую клетку. Здесь будет всяческое веселение, развлечение. Говорят, когда отстроились и осветили, пировали 3 недели. Ну, в общем, умели люди жить. С размахом. Вот, там дальше парк, видимо. Но мы, наверное, туда не попадем, велосипеды бросать не хочется. Да. Да и ехать надо. Придется еще раз посещать, может быть, на автомобиле. Такое интересное место. Интересно. Thank you.
Да, осталось мотоциклетное. Ой, велосипед. Автомобильная часть осталась. Примерно 25 километров у нас получился маршрут. Пополам. По Кравцу, велосипедом. По мне так очень насыщенный день. 7 часов ходу получилось. Красиво, спокойно. Дороги все проезжали. Ну, честно, я подустал. Ну, немножечко есть, конечно. Много всего было. Все. И усадьба, и вода, и лесные дороги, все было. Да. Отлично.